Добрый день, коллеги и друзья. Сегодня мы с вами находимся в Орловской области, Ценский район, агрофирма «Крестьянская Нива». Поговорим сегодня о погрузчике производства компании «Гидромет» «Турбейсик 1200». Со мной рядом находится представитель хозяйства, инженер-механик Бачурин Евгений. Евгений, добрый день. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как показал себя погрузчик в работе? Давно ли эксплуатируете данный агрегат? Ну и в двух словах опишите свои впечатления от данной техники. В мае этого года нами был приобретен в компании ЛБР данный погрузчик. В связи с тем, что перед этим мы использовали похожий ТУР-14, но не хватало грузоподъемности, не хватало вылета подъема. Поэтому был приобретен более усовершенствованный погрузчик. В связи с этим мы избавились от таких проблем, как высота подъема. Мы можем спокойно загружать зерновозы или сельхозмашины даже с наращенными бортами. В основном используется он у нас на погрузке зерна, на погрузке удобрений, укладке и вывозе соломы и прессованного сена. То есть, правильно я понимаю, помимо погрузчика и вот ковша Макси, у вас еще есть вилы, да, для соломы по рабочим органам? Погрузчик чем и хорош, что у нас в комплекте с ТУРом 14 поставлялась часть оборудования, часть закупалась с этим погрузчиком. Все это взаимозаменяемо и подходит на стандартное крепление погрузчика. Евгений, подскажите, вот вы сказали, что в комплекте есть несколько рабочих органов. Сколько по времени вообще занимает снятие и установка рабочих органов? Так как на данном погрузчике установлена система быстросъемная, это не занимает много времени. Смена рабочих органов происходит в течение 5-15 минут. Также хорошо, очень удобно сделана система снятия полностью стрелы в случае, если нужно освободить трактор от погрузчика и произвести обслуживание. Легко в течение 15-20 минут можно снять и навесить саму всю установку. Данный погрузчик укомплектован джойстиком. Подскажите, помогает ли он вам в работе? Да, данный джойстик, установленный с этим погрузчиком, хорошо облегчает работу оператора, так как освобождается практически рука. Не надо производить смену рычагов для подъема, опускания, выгрузки. Все-таки это затраты времени и отвлечение от работы оператора. Также освобождаются гидровыходы агрегата, что способствует использованию дополнительных каких-то навесных агрегатов. Евгений, спасибо вам большое за такой развернутый отзыв. И напоминаю, что по вопросам приобретения новой техники, по вопросам приобретения запасных частей, а также по вопросам технического обслуживания, вы всегда можете обратиться в нашу компанию, и мы постараемся оперативно решить все возникшие у вас проблемы. Еще раз спасибо, было очень приятно. До свидания. Всего доброго. Узнать цену на аналогичный погрузчик, а также наличие его на филиалах в вашем регионе, вы можете по ссылке, которая размещена в описании к этому видео. Но у меня все. Пока.